В селе Тарановка Змеевского района сегодня впервые загорелся вечный огонь в память о погибших воинах. Монумент установили на месте боев гвардейцев-широнинцев. Там весной 43-го гвардейцы из взвода под командованием Петра Широнина несколько часов отбивали атаку немецких войск. Тарановка была важным пунктом, овладев которым немецкие войска планировали пустить бронепоезда по железной дороге Лозовая-Харьков. За мужество и героизм 25 гвардейцам взвода Широнина присвоены звания Героев Советского Союза. На открытии монумента выступили глава Змеевской райадминистрации Евгений Мураев. Именно под его патронатом установили монумент, родственники погибших воинов, местные жители и гости из соседних государств. Виктория Лукашова, медиагруппа «Объектив».